Если ты, сын, подрос, никогда своими умениями и знаниями не кичись и не возносись перед престарелым отцом. Почему? Потому что его любовь к тебе гораздо больше стоит, чем все твои знания и приобретенные умения. Дочь, молодая и красивая, никогда не кичись и не гордись своей красотой перед сгорбленной матерью. Почему? Потому что ее сердце гораздо красивее твоей красоты лица. Давайте передадим детям красоту нашего сердца, нашу любовь к ним. Что если мы будем воспитывать детей с любовью, они обязательно будут счастливы. Я желаю всем вам этой радости, счастья, в любви к детям и друг другу. Вот эту любовь сегодня показали нам родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария. Вот это был плод любви. Они научили его молиться, они научили его трудиться, они научили его заботиться о своих престарелых родителях. И пока он не досмотрел их, не похоронил, не закрыл глаза своим отцу и матери, не бросил. Вот я желаю, чтобы мы с вами были достойны таких детей и такой радостной возможности перехода в вечность после того, когда мы много потрудились, не что-то им купить или оставить из материальных средств, а научить, пока мы еще живы, трудиться, спасаться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот тогда и мы с вами не напрасно проживем нашу жизнь.